каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В этом году в России проект формирования комфортной городской среды продлен. В стране должны быть реализованы 200 комплексных планов, включающих благоустройство придомовых территорий, в том числе дворов, созданы новые объекты городской сферы, инфраструктуры спорта и отдыха, пешеходных зон, зон торговли, а также объектов инфраструктуры и безбарьерной городской среды для маломобильных граждан. В прошлом году в Туве проект охватил 7 районных центров. В текущем году их количество увеличено до 10. Включены Туран, села Сарыксеп и Теле. В будущем в него будут вовлечены все 67 муниципалитетов республики, где проживают более 1000 человек. Главное новшество – с этого года общественные пространства выбирают сами жители. Первый этап рейтингового голосования, стартовавший в начале года, закончился 10 февраля. Завершающий этап пройдет в день выборов президента России 18 марта в зданиях, где размещены участковые избирательные комиссии. Отдать голос за приглянувшиеся общественные пространства вправе все, кому исполнилось 14 лет. В столице республики на 100 жителей предлагают 8 проектов. Из них козлчане вправе выбрать только 3. А в Ак-Дувраке на голосование будут выставлены 4 дизайн-проекта. В Шагонаре 5. Остальные муниципалитеты планируют включить в бюллетени по 3 проекта. Жители выберут лишь 2 из них. Сегодня в Доме народного творчества прошел первый съезд строителей. В мероприятии приняли участие члены правительства Республики Верховного Хурала, представители ОНФ, подведомственных учреждений регионального Минстроя, строительных организаций республики и ветераны отрасли. На собрании делегатам рассказали о новшествах в законодательстве, касающихся строительной отрасли. Также президент региональной общественной организации «Союз строителей Республики ТВА» Антонида Фокина представила доклад на тему «Саморегулирование в строительстве». Кроме того, с докладом о реестре недобросовестных подрядчиков и проводимой в их отношении Минстроем Тувы претензионной работы выступил заместитель министра ведомства. К слову, федеральный реестр недобросовестных подрядчиков включает строительные организации, не выполняющие условия государственных контрактов на строительство жилья, социальных объектов или выполняет их без соблюдения сроков, что в конечном счете влияет на срывы сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов и в целом на их конечную стоимость. Включение в данный реестр фактически означает окончание деятельности в строительной сфере. В завершении мероприятия ветеранов и отличников отрасли наградили благодарственными письмами Министерства строительства Тувы. «Солнышко в ладошках» – под таким девизом Кызылское отделение Всероссийского общества инвалидов совместно с Центром русской культуры запустили проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети вместе с родителями познают азы рукоделия и лепки из самых разных материалов. На сегодняшнем мастер-классе ребята учатся делать вазы из глины. В прошлом году Кызылская городская организация Всероссийского общества инвалидов победила в 2 разных грантовых конкурсах. Первый конкурс проводил Минтруд Тувы, и мы там получили поддержку на проект «Няня на час». Второй конкурс проводило агентство по делам национальностей республики, и мы там победили с проектом «Солнышко в ладошках». Вот вы видите, за моей спиной проходит мастер-класс. В рамках этого проекта предусмотрено несколько различных мастер-классов по лепке из глины, по лепке из соленого теста. К 8 марта мы делали сережки в подарок мамам, дети делали своими руками. Дальше у нас еще много разных мастер-классов. Проекты у нас, оба проекта, до 1 июня. И я надеюсь, что к 1 июня вот по мастер-классам мы уже сделаем отчетную выставку. Приглашаем уже заранее всех, выставка продажи будет. Мы приглашаем все министерства и ведомства купить изделия детей, сделанные детей-инвалидов, сделанные своими руками. Систематические занятия рукоделием открывают возможность для развития инициативы, творчества, активизируют мышление, в частности, у детей с ОВЗ. В процессе освоения программы дети приобретают навыки работы с различным материалом, умение соблюдать осторожность при работе с резущими инструментами. Кроме того, занятие ручным трудом развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами. Мы любим всякие вещи руками делать.
Давай еще бери. Это же природный материал, это же вообще классно. И для развития хорошо тоже. Для особенных детей хорошо что-то делать руками. Мелкая моторика развивается, конечно. Ну и просто интересно же что-то другое. Мы же дома, у нас нету такой глины. Дома же мы так не умеем вот эти вазы лепить. А здесь умеем, вот какую красоту лепить. Россияне смогут стать клиентами банков без посещения их офисов уже с 30 июня 2018 года, сообщает издательство «Российская газета». Для этого необходимо будет один раз предоставить свои биометрические данные, изображение лица и образец голоса. В будущем удаленная идентификация граждан может распространиться и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные, чтобы у клиента была возможность получить банковскую услугу без посещения офиса. С помощью этого механизма банк сможет подтвердить личность клиента на расстоянии и дистанционно предоставить услугу. Процедура для пользователя будет бесплатной и добровольной, только согласие клиента. Банк зарегистрирует клиента в единой системе идентификации и аутентификации и единой биометрической системе. Регистрация в единой системе идентификации и аутентификации проводится на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то будет использована эта запись. И о курсах валют: доллар стоит 56 рублей 94 копейки, евро 70 рублей 16 копеек. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят» 20 марта в Национальном театре. Попробуй сытный и по-домашнему вкусный обед в Горыныче. Каждый день новое меню. Приходи на бизнес-ланч с 11 до 15 часов. Кормим за считанные минуты. Титова 57, телефон 30313. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В Дзунхимчинском районе полицейские пресекли незаконную транспортировку более 700 бутылок алкогольной продукции. 12 марта на 1022 километре автодороги Р-257 Енисей, вблизи города Чадана, сотрудники ДПС остановили для проверки микроавтобус «Газель», за рулем которого находился 25-летний житель города Кызыла. При досмотре в кузове автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 740 бутылок водки, не имеющих акцизных марок. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили в кузове и изъяли 740 бутылок водки, не имеющих акцизных марок. Изъятая алкогольная продукция была направлена на экспертизу ВКЦ МВД по Республике Тыва. Согласно результатам проведенного исследования, спиртосодержащая жидкость, находящаяся в бутылках, не соответствует требованиям ГОСТа для выпуска алкогольной продукции по физико-химическим показателям. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 138 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенная в крупном размере». В настоящий момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. С 1 апреля этого года граждане смогут оценивать работу поликлиник на портале государственных услуг. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее портал государственных услуг механизмом оценки уровня обслуживания в поликлиниках. Эта функция появится в личном кабинете «Мое здоровье», который появился в марте прошлого года и дает возможность прикрепления к медицинскому учреждению и записи к врачу. До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его востребованности станет постоянным.
Туве пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, сообщается на официальном сайте Министерства культуры Тувы. 21 марта на сцене Дома народного творчества соберутся хоровые коллективы республики для участия в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля. В нем примут участие хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения, в том числе фольклорные. За право представить республику на окружном этапе будут бороться детские и взрослые коллективы профессионального и любительского уровней. Состав участников в коллективе не менее 16 и не более 50 человек. Коллективы в день отборочного тура представят на суд жюри 4 разнохарактерные произведения, одно из которых исполняется акапелла. Отмечается, что Всероссийский фестиваль проводится с 2014 года Министерством культуры России и Всероссийским хоровым обществом с целью популяризации хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства. Сохранение отечественных традиций вокально-хорового искусства. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -19, -21 градус, днем -2, -4. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.